Всем привет, привет. Кто идет с нами гулять? Всем привет. Всем отличного настроения весеннего. Сейчас посмотрим. Куда мы с вами придем? Куда нас дорожка заведет? Сейчас прочитала комментарий. Я так понимаю, человек из большого города. Вот. И восхищается тем, как у нас очень красиво. И спрашивает, везде ли у нас так. Есть много видео на канале, где я снимаю обычные микрорайоны, спальные. И чистота везде, и порядок везде. Поэтому много видео, это можно посмотреть и сравнить. Весенние работы. Люди уже убирают, теплеет. Хорошо. Приводят в порядок. Помните, участки. Выходили по этим. По колесикам, да. В детский сад ходили по этим колесикам. Им очень-очень много лет. Ну, у нас был период, наверное, лет 15 назад, когда по городу активно убирали все вот эти колеса со всех площадок. Это было популярно, вот, в те времена. И потом массово это все убирали, все колеса, чистили весь город от вот этого, этой резины. Но видно, здесь это не убралось. Помнишь, как у нас убирали в одно время? И на вот этом месте, где сейчас новостройка, был детский сад, куда я ходила. Тут было два детских садика, они были небольшие. Вот. Эти кустики подстригли. Все красиво, ухожено. Но здесь люди, это частная территория, поэтому каждый сам себя наводит в порядке. Кустики подстригли, почистили. Сосны какие уже большие у людей. Березки еще пока стоят, пока еще не проснулись. Но мы, честно говоря, еще недели две назад думали, что у нас все активно-активно распустится. Вот цветет красивый кустик желтенький. Даже не знаю, как он называется. Кто знает, напишите в комментариях, как этот кустик называется. Мы не сильны в этих названиях. А вон, я не знаю, что это, березка или что это выпустила сережки. Да, березка получается, просто она сделана как плакучая такая. Вот. В общем, постепенно вот каштанчики уже листики выпускают. Но они маленькие. Было 4 кустика, осталось. Уже. У меня такое ощущение, что в этом году быстрее зацветет что-то другое, чем абрикосы. Обычно абрикосы первый цвет. Красиво сделали. Букетик такой из пролисков. Посадили. Красота. Красиво. Приятно сейчас. Время, когда приятно погулять. Да, пролиски цветут. Хотя они уже давно цветут. Может, просто одни раньше, другие позже. Зелень красивая. У нас у этой улицы прозвище Беверли Хиллз. Так ее прозвали, потому что здесь такие стоят элитные. Рядышком есть просто.
простенькие, самые первые. Да. С пристроечками, это же еще мазанка обложена. А ну а внутри может быть мазанка. Это же кирпичом обложили уже позже. Они все, скорее всего, мазанки обложены кирпичом. Вот такие. Такие. Такая красота народа. А здесь березка, вон, смотри, пошла, уже просыпается, вот, вдали. А здесь еще спят березки. Кустики пошли, вот, зеленеют уже прям на глазах еще, вот, буквально. Это что, у кого-то декабрист цветет? Или это не декабрист? В окошках. Еще все. Декабристы в апреле. Моего корыта. Ну что ж теперь-то делать? Да. Хоть запись у нас идет. А здесь какой-то, смотри, оранжевые какие-то кустики. Видишь, какая зима была? Зима была теплая, да. Теплая. Не голодные птички были. Вот какие кустики оранжевые. Красота, не знаю, на камере придает. Или нет. Посмотрим потом. Ухоженно, красиво. Да, ну ветерок, видишь, такой, видимо, прохладненький. Уже видишь, как сформировали кусты, подрезали красиво. Получился живая изгородь. Вот березка пошла. Ой, сережки уже выпустила, смотри. Красота какая. Красота. А вон там что-то тоже какие-то, ну, деревца красивые. Да. Я даже ее не сниму всю полностью. Красивый, старый, такой старинный, да. Да, вот видно, что не просто там четыре стены. Но это домик, наверное, точно не мазанка. Хороший, старинный. Такие люди были состоятельные. Да. Кстати, там долго крутились, я знаю, хотели выкупить этот участок, но хозяева сопротивлялись. Пока что еще. Было это самое. Ну, на линейке тоже. Ходили, кто сотрудники все-таки продали. Уговорили хозяева. Ну да, ситуация меняется. Вот. Ну что-то как-то. Абрикос как-то, по-моему, не шевелится. Вообще не пойму. Мне кажется, что быстрее зацветет яблоня, чем у нас абрикосы в этом году. Я смотрю, там на яблоньках уже такие, видите, чуть ли там не цветочки, знаешь, появляются. О, съехал все-таки этот магазин. Разбитый. Плитка отошла. Если бы они знали, на чем он стоит, на старом. Люди покупают дома и даже не представляют, что там на самом деле. Какой дом никто не выкупил. Ну да. Ну как там возле мусора, где фен-шуй. Может и выкупили, но. Здесь участочек не этот, не айс. Там большие высотки стоят, ну и смысл не себе ставить. Ну, большая разница. Не позагораешь, ничего. Да. Не знаю. Может, конечно, кому-то и наплевать. Thank you.
дам уже, все, нет, уже не будет. Садочка, все. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим, как там в парке. Правда ли запустили детские аттракционы? Сейчас посмотрим. Я думаю, они запустили, но... Просто проверяли, наверное, да? Да. И чистили озеро. Уже получается, что в прошлый сезон чистки не было. Потому что было очень... Нет, не чистили, я читала. Не чистили. Ну, тогда же было очень жарко. Мы же до сентября сидели под обстрелами. Поэтому в этом году есть возможность почистить. Так получается, один сезон не чистили. Мне понравилось высказывание. Говорит, в Харькове спокойно. Когда есть сирены, но нет взрывов, это спокойно, уже да. Да. Ну ведь, да, правильно же говорят, что у нас притупляется чувство опасности. Ну, с другой стороны, ты не будешь здесь, вот будешь года сидеть под парой. Сидеть не будешь, да, но тем не менее. Тебе надо выходить, а уже вышел, уже не так страшно. Главное первый раз выйти. Вот многие, когда сели в бомбоубежище, убежали и боялись даже выйти на улицу. Приходилось выгонять. Ну да, особенно помнишь, как долго из метро выгоняли людей, да? Выгоняли, да. Уже надо запускать. И люди болели от того, что они все это самое в метро сидели. Всякие эти самые аллергии. Охотник? Или он что-то делает? Охотится или... Или в туалете. Ты на него смотришь. Это я так когда-то наблюдала за котом. Да нет, думаю, просто лежит на травке. Загорает. И только перестала снимать, и он прыгает и ловит мышь. Люди начали работать. Что-то да. Хорошо. Хорошо, если есть работа, это очень хорошо. На сегодняшний день не у многих она есть, не у всех, скажем так. О, здесь что-то залили площадку. По ступеньке чуть не поделили. Да, может, что-то развили, наверное. Думаю. Хотя, я и здесь кустики подстригли, ребята. Ну, а сказать, что где-то в каком-то в центре, ну, везде это. Везде чисто, везде. Вот, ой, полянка какая красивая. Какая прелесть. Давайте посмотрим. Ой, что мы долго гуляем, я тебе хочу сказать. Боже, аж хочется тут занырнуть сюда. Прыгнуть в эту красоту. Слушай, как-то я раньше не обращала внимания. Как лилии такие, я не знаю, как это называется. Ребята, а кто знает, как называются эти цветочки? Лесные они или нет? Скорее всего, как лесные. Ну что... Друзья, спасибо за прогулку, кто с нами прогулялся. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой. А мы с вами увидимся в новых видео. Всем пока-пока.